Олеся Евдокимова – заслуженная артистка России. Коренная сученка признается, она счастлива, что ее фестиваль проходит в родном городе. На курорт приехали выступать дети со всей России. Мы можем похвастаться, что для первого фестиваля, могу сказать, что у нас уже представлены несколько регионов. У нас есть из Тольятти, из Ростова-на-Дону, из Воронежа, из Норильска к нам приехал коллектив хореографический. Фестиваль «Солнце красное» фактически объединил два проекта. На сцену также вышли участники конкурса детского творчества «Хрустальный петушок». «Хрустальный петушок» – это наша первая ступень, которую мы проводим для наших деток с инвалидностью. А это уже другая ступень. Это те детки, которые уже выходят в более большую такую жизнь, потому что они участвуют непосредственно уже в другом гала-концерте. Поэтому для сочинских детей этот фестиваль как новый шаг вверх по творческой лестнице. Для них открывается возможность выступать на новых сценах по всей стране, говорят организаторы фестиваля. И для зрителей такие концерты, несомненно, приятный подарок. Чаще бы в нашем микрорайоне устраивали такие вот концерты. Мы тоже призывали людей, прозвонили всем соседям нашего микрорайона, инвалидам нашим. Как заверили организаторы, фестиваль станет традиционным, поэтому народные песни и авторские произведения с русским национальным колоритом еще будут радовать горожан. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.